Приветствую всех поклонников спорта номер один. Мы с вами переносимся на центральный стадион Астрахани, где в рамках шестого тура Мэлбет первой лиги встретятся Волгарь и Енисей. Меня зовут Дмитрий Болотин, я буду вашими ушами и снабжать вас инсайдами от скамеек запасных и различными интересными вещами. Ну давай будем разбираться уже по ходу встречи. Начинается она, звучит стартовый свисток футболиста Волгаря. Разыграли мяч в центре поля и, наверное, Дима, ты представишь стартовый состав хозяев. Уже Шакуров штрафной. Не удается ему пробить. Полубояринов на подборе. Будет еще одна передача в штрафную. Удар! Это было опасно. Это самый, пожалуй, близкий к голу момент сегодняшней встречи. Клёнкин был буквально в каких-то сантиметрах от забитого мяча. Ну, я, кстати, отмечу, что Енисей забивает снова во вторых-третьях таймах все свои четыре мяча. Два они забили в период с 16 по 30. А вот и третий, Это оклад настоящий, а не форвард Андрей Окладников. Первый его гол в текущем сезоне. Енисей выходит вперед. Ну вот так, да. И теперь мы с тобой, Дима, который, в общем-то, небезосновательно критиковали Енисей, вынуждены просто заткнуться, переобуться, да, наверное, на ходу. Енисей вытерпел, дождался своего шанса и открыл счет. Ну и Окладников, конечно, великолепен. Убирает двоих на замахе и вколачивает просто мяч в дальний верхний угол. Ну, почти в самую девятку. Да, тяжелейший удар для Адоевского. Хоть и говорят вратари, что не берущихся мячей не бывает, ну, продолжает атаковать Енисей. Передачу штрафную. Ого, что это было? Где мяч? Где мяч? А это он гол. Оказался за ленточкой. Это 2-0. Фантастика. Фантастика, друзья. 2-0 в пользу Енисея к 27-й минуте. А ведь гости создали всего три момента. Это был третий. Адоевский, судя по всему, жестами показывает, что не пересек мяч линию. А если помнишь, Адиль, возвращаясь к матчу Енисея Нефтехимика, там тоже был спорный момент. А я только хотел сказать, да? Что Адоевский сейчас скажет арбитру: да вы помните, что там было вообще? А это что за удар? Не, ну тут, конечно, гол. Здесь, ну, очень похоже на тот самый гол сборной Англии на одном из чемпионатов мира, который не засчитали. Елизидинов вперед направо. Правым флангом рубит Волгарь. Гилязидинов. Удар поворотом. 2-1. Но вот и возвращается Волгарь в игру. Казалось бы, все тихо, спокойно уже перестали астраханцы совершать эти набеги на ворота Евгения Ставера. Но, по всей видимости, усыпили бдительность соперника. И один мяч отквитали. И сразу же музыка звучит на центральном стадионе Астрахани. И звучат, разумеется, также аплодисменты публики. И так, знаешь, сурово так прорычал в сторону фанатского сектора Артур Гильзидинов, показав свой настрой. Но на подборе первые гости. И еще одна подача. Это удар, и Адоевский! Адоевский выручает сейчас свою команду. Момент был просто шикарный. У Волгаря и Бардыбахин сейчас поднимал, кажется, большой палец. Не, Хозин пробивал, а Стежко поднимал большой палец, а пробивал Хозин. Я бы лучшего мнения о количестве пальцев на твоих руках. Полубояринов подает. Удар и гол! Гол, но все-таки количество перерастает в качество. Сравнивает счет астраханский. Волгарь 2-2. И это Тимур Жамалетдинов. И его третий гол в текущем сезоне. А только-только как раз-таки дали титр, что Волгарь больше всех угловых подал за этот период. Пока за Илью Зуева. По-моему, тоже Жамалетдинов. Ну, разумеется, да, разумеется. Зуева мяч пролетел. А вот Жамалетдинов оказался там, где и нужен. Передача в центр. Ланин. А Ланин может и пробить, но далековато было. Играет на Маркова. Подача. Орлов! Орлов взлетает просто над штрафной Волгаря. А Машлютевич ничего не скажет, он просто даст финальный свисток. Волгарь и Енисей сегодня сыграли в ничью 2-2.